Да, камера. Все, у нас пошла игра. Слышишь, Слав? Да, брат. У нас, походу, в полуфинале будет Нави против Нави и Нави против Нави. А на туре? Да. Че, кто? Рекрет перфекта против Калаша? Да. А че, сайт лег, что ли, твой? Да. Ну, не сам, как говорится, помогли лечь. Ну, как лег, так и встанет, брат. Согласен? Или нет? Наверное. Спасибо. Так, перфекта у нас сидит с 17. Там как рубился, Лёг. Спасибо, брат. Не, у меня работает. Ага. А, нет, у меня, я его лечу, блядь. Правда, ты не Люха, да, но свою тоже проверь на всякий случай. Не заряжено, брат. Опа! Бля, рекрент это какой-то гений ебаный. Он в каждой игре умеет, что ли, стрелять, блядь. Ну, у него десятка на фейсе, брат. Да, один в один такой. Десятка, что-то тысяч. Рублей, что ли? 10 рублей у него было. Ой, Саня. Я говорю, Саня очень жесткий чел. Вот многие недооценивают Санька. Типа, а Санек гений. Санек гений. Очень хорошо играет. Ух, ебать, хорошо залетело. А ты где смотришь, типа, да, понятно. Так, что у нас Пенф делает, интересно. А перфекта же на А играет, да? На Инферно. Перфекта на Инферно играет. На Инферно. По-моему, на А. По-моему. Я не помню, я помню, что Бумыч играет на Б. А перфекта либо в хлопе с Бумычем играет, либо на А играет. Не помню. А может, он перетягивающимся играет, тоже не помню. Но не суть. Не суть. Пока 1-0. Пока 1-0. За атаку Калашзор и Лансер закрывают у нас первый раунд. И перфекта с рекрентом вынуждены по себе вторые арморы и диглы. Но теперь у Калашзора уже проблемы начинаются. Он упал, короче, с этой херни, блядь. С какой? Короче, там рекрент очень красиво вышел слева, и он с маленького уступчика такого упал вниз. И поэтому пуля полетела куда попала. Типа он не смог законтролить. Ну, зато перфекто все сделал хорошо. Ну, перфекто уже убивает Сэншина. Ой, рек. Бля, рек очень сильный. Пиздец, реально. А у кого? Сэншина? Ну, как у него называется? Сентенсион, блядь. Не, пусть будет Сэншин. Сэншин классно звучит. Какой там Сентенсион? Сэн-XXX. Лансер. Лансер мы его называем, да. Ну, 2-1 на самом деле. Пока все неплохо складывается для рекрента и перфекта. Ну, как мы и говорили, ну, только Вадим, наверное, думал, что Калашзор вот имеет какие-то шансы, что могут выиграть они. Да, да, я уверен, да, что они вот могут. Мне кажется, не только Вадим, ставки-то, наверное, были еще не только от Ставки! Блять. Потом занесешь что-то за рекламу. Да я не успел уже. Так. $2300 на перфекта с рекрентом и $920 на Калашзора с Сентенсионом. Ну и рекрент просто две головы отрывает и скушал их. Слушай, рекрент очень жестко стреляет. Угу. У рекрента, ты говоришь, 10 левел на фейсете? Угу. У рекрента всего 3000 часов. Он сказал в КС. Он раньше играл в КС. Так его забустили же еще. Не может быть у него 3000 часов. Да сколько бы не было. А, может быть. Тут, конечно, рекрент. Хорошая голова по Калашзору. Бля, он бешеный просто какой-то. Он просто выходит, сносит кем-то. Ну и остается Лансер. Митсубиси. Фантом? Да. 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 Ебать, рекрент вешу. Ой-ой-ой, ну и перфоратор здесь не прощает. 4-1. Ну, бля, если рекрент так будет играть, то, блять, они нахуй турик выиграют. Ну, а кто им запрещает? Я запрещаю. Все, не выиграет теперь. Тогда не выиграет. Ладно. Летим. Два калаша против калаша и дигла. Лансер смещается под лон, Калашзор в это время контролирует Фантом? Шорт. Что? Фантом Лансер. Митсубиси.
Прочекают или нет? Прочекают или нет? Рекрэнд стоит. Вау! Все, больше не стоит. Даже мне больно стало на самом деле. Ну ладно. Перфекто. Тот самый перфекто. Один из игроков одной из лучших команд мира на данный момент по версии shltv.org. И этот парень сейчас должен показать и доказать свое умение стрелять. Умение побеждать. Давайте посмотрим. Перфекто. Ай. А это калаш. А вообще, какого образа он вот это сейчас поставил вообще? Как? Не, Саня, ты чего? Он очень жестко играет. Да это я понял. Как он узнал, как он увидел? Что он префом просто вышел. Ну тогда ладно. О, регрент. Хорош, хорошо, Савика через стейну. Савика, мне кажется, будет попроще. Рекрент настрелял больше, чем перфект. Пока. Пока, давай. Привет. Здорово. Ебать. Я там хэдшот не ответ. Ой, как он вернулся? Вот что это за гранаты в Counter-Strike? Я не понимаю, как они работают. Летят. Взрываются. Смотря какая, брат. Там еще почему раз не косвенно? Светится. Бывает, дым вылазит. Откуда? Откуда? Ну, из гранат прям. Хорошо, не из... Не из... Это пчела только что была? За, да. Пчела. Перфекто, минус. Хорошо, позор, 5-2. Вадя, спасибо за старание. Ты уходишь куда-то или что? Закончился? Да, фильм, всем пока. Он мне сказал, пизду турик, типа, ну, падал досмотреть. Как будто ты умер уже, знаешь, типа, все пишут это вот какую-то посмертную речь. Чат, вы что? Со мной люди прощаются, реально. А реально, меня хоронят. Завтра тиктоки пойдут. Умер стример, или он, блядь. Вы соберитесь, что вы делаете-то, нормально все? Ребят, можете меня в тиктоке похоронить? А я буду снимать. Спасибо за старание. Вы что, дураки, что ли? Ему сначала турнир надо закончить, что он еще не постарался-то ни хрена. Я реально еще нихуя не сделал. Вообще, все, Вадим собрался. Ой, Калашдор перестрелит рекрента, когда рекрент был в очень хорошей позиции. Правда? Блин, я с ним очень хочу. Вот это вот, я увалю, конечно. Так, перфектыч. Спасибо большое. Он не видит игроков, которые уже на лонг прошли, им нужно смещаться. Да. Оп, крала. Рекрэнта смещается в апартаменты. Именно с этой стороны он будет пытаться как-то распикать своих оппонентов и попытается каким-то образом, ну, как минимум одного, по крайней мере, убить. Там уж сложно будет закрыть двоих, потому что они на размене просто стоят. А тут еще не заменяло. Лансер, 3-5. По вашим наблюдениям, на Инферно легче играть за атаку или за защиту? За защиту, конечно. Молодой человек. Ну здесь именно 2 на 2 за защиту. Ну не надо залазить сюда. Но он, кстати, вот без рофлов у меня все залагало, когда он что-то сделал. Ну типа, может быть, конечно, тайминг, но может он реально что-то сделал. Он там что-то с компом сделал. С проводами. Мог у меня комп залагать, когда собака что-то с проводами сделала? Ну, к примеру, питание выключила. Ну, залагать нет, но... Залагал у меня комп, а не офнулся. С монитором могло быть, например. Вот у меня когда монитор... Вот HDMI, слышишь? Да, HDMI, я помню, у меня из-за HDMI залагало все нахуй. Так, перфекто, один в один против лансера. Что же выиграет? Машина, либо человек? Машина все-таки оказывается сильнее. Да. Все-таки машина. Ну, ладно. 4-5. Ну, кстати, проблема в том, что 4-5 и 4 раунда уже забрали за атаку. Вот это проблема может быть. Потому что... Вот вечной рекрэнд... памяти, Вадим. Клашзор, минус рекрэнд. Можно бить. Ой, перфект. Че, он выиграл этот раунд? Да, можно, брат. Ой, перфект, а какая грязь. Да, 6-4. Перфекто, очень хорошо, Саша. 7-7. Бать тебе попыт на спине.
Потыкай, блядь. Смотри, такая. А как замыться у тебя, брат? На кнопку есть? На кнопку какую-то, ёбни. Больше? Так, ну что? Раунд под номером 11. Пока все еще впереди команда Рекрента и Перфекта. Калаш и М-ка на руках против двух АК. Две флешки также есть у атаки. Перфекта уже оказался сильнее Калашзора. Рекрент против Лансера. Кто они окажется что, сильнее? Знали, что ли? Лансер не идет никуда. Фантом. Вечная память, Вади. Спасибо за старание, брат. Жалко, что нас уже не слышит. Рекрент. Рекрент ждет. Как бы сейчас от Лансера не отлетел, когда Лансер подпрыгнет. Ну да, Лансер почему-то все прыгают на этот бокс, они обычно под боксом чекают. Угу. Вот Лансер не чекнул, и... Рекренту это было на руки. 7-4. Почему на руки? На голову. Калаш, конечно, удивил вообще. Я думал, он чуть похуже сыграет. Нихуя себе, блядь. Приятного аппетита, Вадим. Спасибо большое. Калаш хуёво играет? Нет, я имею в виду, что в целом результат на турнире, я думал, не хуже будет, чем сейчас. Да они вас ноль бы с караваем отъебали. Да нас-то понятное дело, я про нас-то молчу, блядь. Я же не про себя. Не, Саня ёбнутся, это всё. Саня как играл охуенно, так и играет. У него это пассивка жизненная. Разве против бустера Калашзор играл? Не-не. Мне Станислав пишет, ебать, я бутерброд сочный. Не, бутерброд вообще ёбнутый. Стас, у меня есть тоже, хочешь? Нихуя себе, блядь! Рекрент или Калашзор? Ай, 5-7. Ебать, Таня ебанутый. Что? Очень жесткий. Ты видел, что он сделал сейчас? Он убил перфекта на пропрыге. Такое бывает. Санек легенда. Так, Перфекта Дигл, Рекрент МК, Рекрент заметил игроков через лонг, что они прошли, дал информацию. Люха будет ждать, открывается, Калашзор падает, Лансер последний, Перфекта, Перфекта красавчик. Плачет. Слушай, ну команды прям супер равные. Мне кажется, чуть-чуть маленький перевес. Есть, но мне почему-то кажется, что чуть-чуть сильнее выглядит команда Калаша даже. Ну, пока по счету 8-5, пока по счету Рекрент и Перфекта. Но проблема в том, что им потом предстоит играть за атаку. Вот как они будут играть за атаку, это большой-большой вопрос. Лансер минус Рекрент. Дядь, тут даже вопроса не спросили. Я смотрел за Рекрентом. Ой-ой-ой, вот это вот обидно. Тут тоже вопроса ни одного не спросили. Это Перфект, знакомьтесь. У Перфекта очень дорогой нож, кстати. Такой нож сейчас где-то, я думаю, 1800 стоит. Ой-ой-ой, это был... Ну, хз, это не самый лучший мув, наверное. Это было с днем рождения Дитриликс, это был Феникс. Ну и Рекрент остается с Авиком. Калашзор с Диглом против него.
Грант, в принципе, в хорошей позиции для себя. Единственное, что ему бы угадать, в тайминг бы попасть. Угу. Не факт, что получится. Так, рекрэм. Вот попал, походу. Вот и тайминг. Только вот поторопился немножечко. Флешечка пошла. Флешзор. А тут уже коллажор. Мне кажется, рекрент его прочитает сейчас. Нет. Да. Может и да. Да, только не будет. Прочитать-то прочитал, а вот перестрелять. Ну не прочитал. Он бы скоп нажал, все прочитал. Он просто сместил позицию. Ну что, ты хочешь сказать, что калаш выглядит слабо? Леш. Ладно, Леш, может он ее говорит. Думаю, что ответить. Так, коллажор есть у нас по рекренту. Это ужасно сложно. А вот как и хорошо залетело. Перфекта, конечно, на пистолетах хорош. И с иглами он очень круто обращается. И с пуском, и с глоками, коллажор. Перфекта со всего умеет играть. Он ему просто воткнул в голову. Он безумно разносторонний. Ай-яй-яй. Он ему добавил на его 10 хпс где-то 100 урона сверху. НС пишет. НС это в доте. Это перфекта. Правда? Угу. Дикий, ну тут реально. Тут можно поддержать. Ну вот коллажор тоже неплохой. Парень, который лица разрывает. Перфекта очень сильно стреляет. Очень. Я Лазора. Хочу перфекта. Я хочу с этим прицелом поиграть. Спасибо большое. Нет, спасибо большое. Хочу прицел у него украсть. Хотите украсть прицел перфекта? Да, хочу украсть прицел. Но это имбовый прицел. Я очень много с ним играл. А потом что-то перестал. Чем же его имба, Вадим? Я, правда, не знаю, у него расширяется, который нет. Не знаю, он очень такой приятненький. А когда расширяется, контроль и зажим легко. Интересно, Саня повесит одну сейчас? Или получит одну? Вот тут не факт, что одну получит, просто его дожмут. Как разголил такое противное оружие, когда у тебя нет армора. Не-не, он вообще без шансов, жесть. Да, Илюха умеет удивлять. Ну, многие его тиммейты, в частности Simple, говорит, что Перфекта очень много тренируется и очень много играет. Но он играет, извините меня, для тир 1 уровня, чтобы mm-hmm. там конкурировать. А здесь у нас не тир 1 уровень, здесь у нас обычные игроки. Да, понятно. Да, но это 2 на 2. Да, но кто-то играет хуже, кто-то играет лучше, но сам факт, как больно. Понимаешь, что тут так Саня может выйти и дать просто в голову хит. Или два, сколько это вообще? Рекренту нужно играть сейчас. Я думаю, рекрент все сделает правильно. Рекрент сейчас убьет Сентисиону. У нас команды в плане баланса, что у одной есть фраг-лидер, у другой есть фраг-лидер. И у нас баланснутые. То есть нет такой команды, в которой там два игрока жестко убивают. Вот тут если вот перфекта беда. Такое затащит, это уже, типа, извините, я уже... Беда. Я уж не знаю, что говорить тогда, если он такое затащит, потому что это... Как здесь пройти? Ты не пройдешь. Боже, что ты делаешь? Нет. НТ, это биг НТ. 32 и 3 хп, ребята, остаются. Представляешь, была бы хаешка, просто выиграл бы раунд. Да, хае бы дал на песке. Как иногда не хватает гренейд. Граната? Перфекта делает быстрый раунд. Очень больно. О, очень больно. Ну, у Рикента здесь проблема, понятное дело, потому что только глок. Что с ним делать, как с ним быть? Левой кнопкой также стреляет. Черный прицел, конечно, такой себе, если честно. Ему нравится. Ну, я понимаю просто.
Мне просто кажется, ты бы посоветовал, как профессиональный игрок, да, сменить все-таки. Алексей, я не вижу ваше лицо, но я думаю, вы сейчас в шоке просто. Такой, типа, фигул ебаный, блин. Завали ебал. Опа! Ну, кстати, этого очень мало. Да нет, вот у Сани позиционка, которая вообще ни капли не считается. Да тут и раунд не был рассчитан на то, что они его выиграют. Там глок был. Чат, спасибо. Арморов не было. За лайки. 63 тысячи, это очень жестко. Если мы сегодня набьем 70, я думаю... Кстати, предыдущая часть попала, кстати, в тренды. Ну, я говорю, да, это особо ничего не дает, но это прикольно. Т, тренды. 20-й раунд. Калашзор завладел Калашниковым. Перфекта, трофейный. Без головы перфекта от своего же калаша. Я думаю, как бы Калашзора называли американцы. А есть где-то. Да? Угу. Одну секундочку, Алексей. Ничего страшного, что случилось. Так. Два дигла. Кстати говоря, начинают Калашзор возвращаться потихоньку. Три раунда к ряду взяли в защите. Перфекта там взрывают. 22 хп. У него еще армора нет. Тут только вантапы его спасут, какие-то лютые, как он умеет. А по-другому ничего и не сделал. Честно. Не попал. Грустно. Десять-одиннадцать. Появляются деньги. Но вот непонятно, получится ли эти деньги вложить в свою победу. Так что пока очень сложно команде атаки. Начало для них вроде было неплохое. Два раунда взяли, но потом все. Сейчас еще и перфекта взрывают. Взрывают Крента. Так, два дигла. И, кстати, наконец-таки Рекрент включает свой дигл, слепым убивает Калашзора. Останавливает его, ну и лансер последний. Здесь сейчас нельзя ни в коем случае проигрывать этот раунд. В целом для игры, в целом для экономики. Ага, здорово. Один в один. Остается рекрент, есть АК на руках. Ну и может быть сейчас сможет рекрент переиграть, хотя... Позиция у лансера неплохая, если он вот так вот не будет туда-сюда переходить. И... Да, он с другой стороны. 12-11. Он с другой стороны. Ну и вот вам, пожалуйста, впереди команда Калашзора. И лансером, хотя все это Алексей, время не тут... отставали. Так. Что? Я тут извиняюсь, отходил. Ага. 12-11. 13-11, скорее всего.
Он просто пойдет в смог? Нет. Вы никогда не задумывались, что у него в голове? Могло быть, повезло. Может быть, еще и будет. Эх, если бы Рекрант посмотрел в другую сторону. То убивал бы одного, как минимум. А теперь ему нужно смещаться за бомбой. А времени у него нет. 13-й. Да, это 13-й. И, возможно, одной команды Na'Vi в финале или в полуфинале мы не увидим. Уже и смысла нет идти, надо просто сейвить. Ага. Засейвил. Сандалик вверху. 13-11. Так. Что у нас по... по сетке. Как же накалил жестко. Да, у Рекрента проблема, при том, что перфекта немного выключился в атаке. То есть первые раунды были неплохими, а потом... Ой, Саня, какую ничку берет! Закрывает его все-таки перфекта. И ситуация один в один. Хорошо, 12-13. Как же Лансер только что очень красиво зажал. Прям так в точку все летело, как бы чел с читиком. Ну вот, когда перфекта так включается, шансы есть. Но вот не всегда у него это получается, и не всегда у него получается вытащить клатч. И это, понятное дело, проблема. Так, перфекта. Флешка от стены, флешечка еще полетела на лонг. Рекрент уже просел до половины. Прогнать там с места игрока. Да, молик. О, ковры. О, блядь. Что за тайминги? Мавик, это вот очень интересно на самом деле. Ага. Вот, нет больше. Нет, но вот зато есть коллаждор в этой же позиции, с которой не ждал его перфекта. Ну и все, один в один против Рекранта. У Рекранта еще и хп нет. 20 хп остается у Саши. А я на кого поставил? Это вы не успели. Боже, какой тупорылый. Снова коллажзор против Рекрента. Здесь, понятное дело, в этой ситуации... Ой-ой-ой! Залетело, повезло. Повезло. Да, залетает у Рекрента, и шансы все-таки еще сохраняются. Да, Рекрент испугался, прям задергался очень сильно. Если бы сейчас не перестреливал, то шансов бы, конечно, с счета 15-12 камбэкнуть было бы маловато. Но вот если сейчас забрать раунд, сломать экономику... И выйти на 15-й, как минимум допы здесь можно сделать. Там лансер опять. Ой-ой-ой, там какой-то прострел. Он еще и попал. Ставит. Что, он 20? Да, он попал, он только 16 хп поднял. Какой-то лютый прострел через этот, через деревяху, через стену, как я понимаю, и все задоджилось просто. Весь урон. Перфекто серфер. Кто? Серфер. Ой, беда. Как же с ковров этих неприятно выходить. Я видел рекрент, но в последний момент отвел прицел. Ну, перфоратор сместился сюда.
можно получится перестрелять, хотя, опять же, не факт. Далеко не факт. Ой, Илюх подпрыгнул. По-моему, либо подпрыгнул, либо он залез, но такое ощущение, что он подпрыгнул. 15-13, два матч-поинта для Калашдора. Ну что, Калаш, походу, не пускает. Перфекто. Полуфинал. Два пистолета. Он сдал. И если рекрент не убивает сейчас двоих, то... Все. Да, Калаш и Лансер в полуфинале. Здесь Дигл. В полуфинале Калаш это почти сотка уже. До последнего. Это почти 100 тысяч рублей. Ну, Калаш здорово убивает. Да. Найс трай. Найс трай. Нет, Саня, конечно, легенда. Красавчик Санек. Я не знаю, почему никто в него не верил по коэффициентам. Типа, я понимал, что их дуо выглядит чуточку... GG, спасибо за турнир, бадя. Да, ты молодец. А чего не хватило? Чего не хватило, перфект? Как думаешь? Наверное, подгорал, да? Наше поведение. Сорян. Да нет, такое. О, у меня руки жестко трусят. Жестко. Я как на мажор съездил. Да? А как ты знаешь, как на мажор съездит? Твой сталкер сзади меня сидит. Ну что, там в клубе, Калаш? Не, просто гости поболеть. Так, ребят, спасибо огромное за игру. Так, Сань, ты в полуфинале, тогда ты ждешь сейчас. Спасибо, ребят. Да, давайте, всем пока, давай. Ты ждешь одну игру? Счастливо. Правильно? Да, ну сколько нам? Одна же играешь, правильно?